Значит, идея такая. Залить литр бензина, запитать из этого литра двигатель, прогреть его и проехать на остатки километраж. 10 километров 800 метров. Чуть-чуть не хватило докатить. Значит, греть буду до температуры 50 градусов, пока стрелка коснется первого деления. Двигатель сейчас горячий, значит, все обратно собрал, бутылку набрал. Так, смотрим шланги. Шланги сухие, но это мокрый, потому что пока набирал. Так, это выходит воздух с обратки. Так, здесь сухо. Шланг пошел. Так, ну все. Значит, здесь все собрано, все на месте, все нормально. Так, подсветка работает. Вот так, чтобы было лучше видно, регистратор снимает. Ну все, сейчас вешаю камеру и едем засекать, сколько получится проехать километров без прогрева, ну так сказать. Чистый расход бензина. Проверим. Значит, двигатель теплый, ну пока ковырялся, остыл, видите температуру. Так, сбрасываю на ноль, суточный, сбросили. Так, бутылка полная, ну видите, то есть как обычно, там я уже все собрал. Значит, здесь запись готова. Значит, сейчас включаю запись. Запись пошла. И запись экрана пошла на всякий случай. В общем, вешаю камеру и едем засекать расход без прогрева. Ну, то есть какой получится расход, если просто ехать. Обычный расход топлива. Запись идет. Так, километраж сбросили. Ну, поехали. Значит, ехать буду примерно по тому же маршруту. Ну а там как получится.
Так, ну не знаю, насколько хватит камеры. В прошлый раз она глюканула и вырубилась непонятно чего. Вот, но бутылка уже практически пустая. Проехали 15.4. Ну, скорее всего, уже еду уже, скорее всего, на карбюраторе, потому что бензин я не вижу совсем. Так, начало дергаться, сейчас заглохнет. Скорее всего, сейчас заглохнет, но еще пока едет. То есть уже совсем-совсем. Итого 16,4 километра проехали без прогрева. Ну, если бы я не разворачивался, если бы я не поехал сюда кататься по частному сектору, можно было бы сказать, что 17 километров можно было проехать. Ну, как есть, так есть. Так, ну, интересный результат получается. 16,4, ну это и 5, потому что 100 метров прокатился. Так, бутылка совсем пустая. Так. Бутылка пустая, все пустое. Так, ну-ка, отключаем. Возвращаем все в исходное состояние. Завожу таким образом машину без подсоса, без прогрева, даже в сильные морозы. Буквально минуту-две будем ехать.